Наш басачок 2110S с поворотным плугом трехкорпусным на пахоте. Перепахиваем еще раз осеннюю зябь. Заглубление где-то сантиметров 17. 16-17, больше не надо. Глину цеплять нам не надо. Верхний слой гумуса просто перевернем. Это для подвику овес под сенаж. Пошел. Красиво оборачивает этот плуг. Красота. Вот у нас гумус сверху здесь уже. Вот он. Вот они, червячки наши. Друзья. Вот они какие. Ничего. Что-то птички поедят. Что-то вернется в землю. И глину не задевает у нас. Глина высоко. Плодородки-то практически-то и нету здесь. По северному Подмосковью. Да, вот так вот. Поворотный плуг. Турецкий трактор Басак 2110. Готовимся. Готовим поле на сенаж. Вика вез. Вот. А здесь у нас зябь осенняя. Тут просто будем ходить с дисками. И дальше уже культиватор предпосевной и сеялка. Вот такая красота. Пошло уже у нас высыхание. Потрескалась у нас корочка. Но сейчас ее немного тянуть не будем. Уже через неделю, я думаю, посеемся. Даст Бог, погода даст. Так что все хорошо. Слава Богу.